Сказки о художниках. Сказка о сказочнике. Жила-была в Москве девочка, небольшая и немаленькая. Было ей 5 лет. Звали ее Лиза. Однажды под вечер пошла Лиза со своей мамой гулять, а та встретила подружку, ну и заговорила с ней. Слушала Лизуша их разговор, стало ей скучно, и решила она немножко пошутить. Отошла потихоньку за угол, спряталась и ждет, когда же мама хватится дочки, да искать начнет. Вдруг смотрит Лиза, рыжая собака за разноцветной кошкой кинулась. Лиза побежала за ними посмотреть, что будет. Кошка в подворотню шмыгнула, да и смотрит сверху, будто насмехается. Собака убежала, а Лизуша оглянулась и не узнала ничего. Кругом дома большущие, незнакомые. Испугалась Лизуша. Сколько раз говорила мама, заблудишься одна. Вот и заблудилась. Москва-то огромная. Ни за что не найдешь свой дом, если не знаешь адреса и читать не умеешь. Эх, зачем вредничала, читать и писать учиться не хотела. Поплакала Лиза и пошла, куда глаза глядят. Шла-шла, и вдруг застыла, как вкопанная. Даже рот разинула от удивления. Стоит прямо перед ней сказочный терем-теремок. Из толстых бревен сложенный, с высокой башней. А над башней крыша, шатром изогнутая. Точь-в-точь, как в книжках, на рисунках к сказкам. Что за чудо расчудесное? Толкнула Лиза калитку и вошла во двор. Смотрит, нет никого. Постояла немножко, поднялась по ступенькам на крыльцо, потянула за кольцо железное, да и попала в дом. Какой дом удивительный! Комнаты большие, столы и стулья тоже большие, деревянные и все как будто в кружевах. В дереве разные узоры вырезаны. Лампы странные, печи как в деревне, только нарядные полоски на них из разноцветных плиток. На стенах висят фотографии и картины, а на второй этаж лесенка ведет, да не простая, а закрученная, как кудрявая прядь. Забралась Лиза на второй этаж и очутилась в огромной комнате. Повернула голову. Ой, прямо на нее серый волк скачет. Посмотрела в другую сторону. Мамочки, там баба-яга в ступе летит. Страшная. Изо рта клык торчит, а под мышкой ребеночка держит. Обернулась назад. Еще хуже. Там Кощей Бессмертный на троне сидит. Меч кровавый в руке держит. Шмыгнула Лизуша в угол за большой аквариум. Села на пол и глаза зажмурила. Будь что будет. Посидела немножко. Вроде тихо все. И чуть-чуть один глаз приоткрыла. Да это же картины! Какие большие! Вон царевна Несмеяна сидит тоскует. Ковер-самолет летит над горами, над долами. Царевна-лягушка на перу пляшет. Махнула рукавом, а из него лебеди полетели. Ей все эти сказки читали. А теперь все они будто ожили. А на стенах висят всякие мечи да шлемы. И рубашки какие-то железные, все из маленьких колечек. Подойти бы, потрогать. Но вставать Лизуше не хочется, устала очень. Решила она еще немножко посидеть, отдохнуть. Вдруг смотрит, открывается дверь, и неслышно входит высокий худой человек. Лицо у него красивое, борода длинная, рыжеватая. Вошел, и сразу все как-то изменилось вокруг. Те картины, что Лиза видела, куда-то пропали. А посередине комнаты появилась вдруг другая, огромная. А на ней 3 всадника. Первый на белой лошади, второй на громадном черном коне, а у третьего лошадка рыжая, голову пригнула, уши прижала, будто землю нюхает. Но главное, все живые на картине этой, всадники толкуют, да плохо слышно о чем. Ветер в картине свистит и иногда так подует, что до Лизуши долетает запах травы и молодых сосенок. Взял человек в руку длинную кисть, помешал краски на деревянной овальной дощечке, да и давай кисточкой то там, то тут картину тыкать. Где прикоснется, там краски сразу как-то вспыхивают, а коня или всадника кисточкой тронет. Тот на минутку замирает, а потом опять шевелиться начинает. Не выдержала Лиза, подошла поближе посмотреть, как это у него так получается. А один из всадников, самый молодой, на рыжей лошадке, ее заметил и стал какие-то знаки делать. Тут человек оглянулся, глаза у него небольшие, яркие, а взгляд острый, пронзительный. «Ты откуда здесь?» — говорит. Я ведь всем запретил приходить в мастерскую, когда я работаю. И так странно он говорил, что Лиза даже забыла испугаться. Вроде и по-русски, но все время на букву О очень сильно напирает. Так что ее больше всех других слышно. «А почему вы так странно разговариваете?» — спросила она. Человек вдруг улыбнулся. «Это я окаю так. Привык в детстве, и теперь уж никак отвыкнуть не могу. У нас на севере все так говорят. Ну, как тебя зовут?» «Меня зовут Лиза», — сказала Лизуша. «А вы кто?» «А я здесь хозяин», — отвечал человек. «И зовут меня Виктор Михайлович». «Знаю, знаю», — сказала Лиза. «Вы художник». «Правильно.
кивнул Виктор Михайлович. «А вы только сказки рисуете?» «Я все умею делать», — ответил человек. «И портрет написать, и дом придумать. Нравится тебе мой дом? Я сам его построил». «Все-все сам?» — не поверила Лиза. «Нет, конечно. Тут много строителей было. Но я все нарисовал заранее, чтобы знать, куда каждое бревнышко положить надо. Такого дома ни у кого в Москве нет». «Вы богатый, наверное, раз у вас такой огромный дом?» — спросила Лиза. «Да уж, богач», — усмехнулся Виктор Михайлович. «Давно я мечтал о своем доме, много лет. В деревне вырос, там домов 10 всего и стояло. Нас, братьев, было 6, и на всех одни валенки и полушубок. Летом-то хорошо, весь день на улице да в лесу босиком бегаем, в одних портках. Но зимой все больше на печи сидели, да сказки слушали. День короткий, ночи долгие да темные, и зиме, кажется, конца не будет. Электричества-то тогда не было. Зажжем лучину, палочка такая деревянная. Она горит, потрескивает, огонь маленький, колеблется из стороны в сторону. А по стенам тени так и ходят. Кажется, вот-вот из темного угла кто-то выскочит. Не то леший, не то баба-яга. Так и стоят они, как живые». «Страшно было?» — пожалела его Лиза. «И страшно, и интересно. А потом надолго забылось все, когда в Петербург поехал». «Зачем?» — удивилась Лиза. «Как зачем? Учиться хотел. Только в Петербурге, в столице, была академия, где на художников учили». «Вот и неправда. Столица Москва!» — невежливо перебила его Лизуша. «Нам в садике говорили». «Нет, милая», — улыбнулся художник. «Тогда Петербург столицей был. Да, и оказался я там один-одинешенек. Голодал, бесовал. Мне ведь никто помочь не мог. И учился, и работал, все сам». «А почему в Москве дом построили?» — удивилась девочка. «Да сказки писать только в Москве и можно», — засмеялся Виктор Михайлович. «Ты в Кремль-то видела?» «Видела, видела», — закивала Лиза. «Мы там с мамой и папой были». «Ну вот, в Петербурге такого нет. Там все почти новое. Старины-то не чувствуется. То ли дело в Москве. Все древностью русской дышит». «Как это?» «В Москве сколько годов-то? И вообще, Москва теплая, нарядная, своевольная. Улицы кривые, узкие. А дома раньше все разные строили. Где маленький, где большой. Как грибы из лукошка высыпанные. Здесь я и богатырей своих задумал. Нравятся они тебе?» «Нравятся. Только почему они выглядят как живые?» «Так всегда бывает. Пока картину не закончишь. А как сделаешь все как надо, такими они и остаются навсегда». «А как их зовут?» — спросила Лиза. «Меня, девонька, зовут Илья Муромец», — улыбнулся самый большой и сильный, что сидел посередине на черном коне. «А я Добрыня Никитич», — чуть поклонился строгий богатырь на белой лошади. А третий вдруг вынул сзади какую-то непонятную штуку со струнами и начал на ней играть веселую песню. «А что это у него?» — шепотом спросил Лиза у Виктора Михайловича. «Гусли», — также шепотом ответил он. «Молчи и слушай. Нигде больше такого не услышишь». Закончил молодой богатырь играть и склонил голову на бок, улыбается. «Алёш Попович я! Слыхала, может?» «Нет», — честно ответила Лиза. «Я еще маленькая. А что вы делаете там?» «Землю русскую охраняем», — ответил Илья Муромец. «На границе стоим, смотрим вокруг. Мимо нас ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит незамеченной». «А где же у вас оружие?» — спросила девочка. «Это так давно было, что и представить нельзя», — вмешался Виктор Михайлович. «Тогда никаких ружей да пистолетов еще не было. Видишь, у Добрыни меч, у Ильи Муромца копье да тяжелая палица булатная. Вроде дубинки, только железная. А у Алеши лук со стрелами, закаленными». «А рубашки у них такие же, как на стенах у вас висят, да?» — догадалась Лиза. «Да, они кольчугами называются. Такую кольчугу сразу и мечом-то не разрубишь». «А откуда вы все это узнали?» — удивилась Лиза. «Читал много, в музеи ходил, смотрел. В музеях вся история хранится. Там много чего можно увидеть». Лиза раскрыла рот, чтобы еще что-то спросить, но Виктор Михайлович приложил палец к губам. «Все, молчок, я должен работать». Он опять повернулся спиной к Лизе и взял в руки кисть. Лизуше показалось обидным сидеть тут одной, никому не нужной. Она начала хныкать, сначала тихо,
потом все громче и проснулась. На ней, широко раскрыв глаза, стояла удивленная тетя в синем халате и со шваброй в руках. «Откуда ты взялась, девочка?» – спросила она Лизу. «Я заблудилась», – сказала Лиза. «Я хочу домой». Потом она оглянулась и спросила. «А где тот дядя?» «Какой?» – удивилась женщина. «Ну, который все эти картины написал. Его Виктор Михайлович зовут», – рассердилась Лиза. «Я же тут с ним только что разговаривала». «Эти картины написал Виктор Михайлович Васнецов», – строго сказала тетя. «Он жил давно, а мы с тобой сейчас в его доме, который стал музеем. Все равно я с ним сейчас разговаривала». «Значит, повезло тебе, девочка», — улыбнулась тетя. «Ты побывала в сказке. Пойдем-ка поищем твою маму».